Нынешний выпуск слушателей военных академий особенно знаменательный. Он происходит в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Вся наша страна, весь советский народ, миллионы наших друзей и товарищей по борьбе во всем мире готовятся достойно встретить эту великую годовщину. Советские люди имеют все основания гордиться тем, что достигнуто ими на протяжении полувековой истории советского государства под руководством созданной Владимиром Ильичем Лениным коммунистической партии. Товарищи, советские вооруженные силы – любимые детище нашего народа. Они всегда окружены его заботой и вниманием. Советский народ отдает армии цвет нашей молодежи. Партия направляет туда свои лучшие кадры. Нужно и впредь всемерно укреплять тесные связи между советским рабочим классом, колхозным крестьянством, интеллигенцией и нашими вооруженными силами. Необходимо также постоянно улучшать оборонную работу среди населения, укреплять систему гражданской обороны, шире распространять военные знания, особенно среди молодежи. Да здравствуют героические вооруженные силы Советского Союза! Да здравствует наша славная Родина, Родина Великого Октября! Слава Коммунистической партии Советского Союза, вдохновителю и организатору всех наших побед!